Приветствую зрителей моего канала. Давно не снимал я видео никакие, потому что неохота было. Не то, что материал не был там или еще чего-то. Не хотелось. Вот. А сейчас вот я сниму видео про то, как завершился один из наших очень важных экспериментов, и завершился он очень успешно. Так что, ребят, сейчас я вам подарю, что называется, результаты, будете пользоваться. И вот смотрите, что у нас получилось. И это наши те самые бинты, которые я заразил уже очень давно жидкими целями. Они у меня в инкубаторе провалялись, я не знаю, сколько месяцев, может больше. Но на всякий пожарный я решил, что называется, вот их подержать в таком виде. А потом я их 4-го, 5-го, сейчас 18-е число у нас. То есть, 2 недели назад я их положил сюда. Вот, сейчас у нас температура в помещении плюс 13 где-то градусов. Ну, прохладно здесь, очень мы отопление подключали. Поэтому, в принципе, скорость роста как обычно. Ничего не изменилось. Единственное, поначалу было подозрительно, конечно, то, что ничего видно не было на этих бинтах. Одно маленькое-маленькое пятнышко белое, такой сросток был. Вот. Ну, что могу сказать. На этих бинтах, в общем-то, они сами белые. И мицелий белый, поэтому там хоть как, вот никак не разглядишь. Вот, поэтому не сильно я был, так сказать, уверен, что это будет работать. А сейчас, видите, все работает. Так что все у нас, ребят, получилось. Так что теперь можно и в Украину подправлять. Ну, там и без нас хватает, в принципе, ребят, которые с грибами очень хорошо разбираются. Вот. В Казахстан можно подправлять. Единственная отправка туда, по-моему, 1000 рублей стоит. До килограмма, кажется. То есть, цена, конечно, интересная. Откуда они такую взяли? С потолка. Но когда речь пойдет о качественном материале, я думаю, люди заплатят и 1000 рублей только за то, чтобы доставили, допустим, посылку. Мы можем сразу отправить же много культур, правильно? Вот. И они сами по себе копеечные получаются. И все чистые. То есть, ну, в принципе, экономия будет такая, будь здоров. Потому что если учесть то, что продают за те же деньги, ну, это полный звездец вообще. Полный. Как вот показал практика. У меня вот сейчас все в заразе. Я сейчас вычищаю. Ох, в лесу сорвешь, а то чище. Вот. Так что такие пироги. Поэтому, в принципе, если брать культур 10, допустим, да, вот посчитать. Ну, пусть рублей по 70 мы эти будем пакетики продавать, потому что все-таки бинты тоже денег стоят. Ну, и самим что-то надо, потому что зарабатывать. Ну, вот считайте, в 2000 можно уложиться, в принципе, да, получается так. Такие основные культуры какие-то можно взять. Вот. В случае, если брать какой-нибудь чудесных фирм, вот как вот я вот купил, заплатила за 8 культур, в итоге одна не пошла, остальные все с заразой. Вот. Одна я сейчас почистила герицей, не знаю, правда, вот кусочки наковырял, сейчас он у меня плавает. Первая партия у меня почему-то не пошла, плохо герицей прижился. У меня там медовый был раствор, но неважно, в общем. Сейчас я все на автолизате делаю, у меня тут такие с ним результаты интересные, ребят, просто вот... Вот ни на чем так нет, нет такого результата, вообще даже близко. Все растет. И шиитаки хорошо растет. И королевская вешенка прекрасно растет. Вот. Так что все, что мне нужно, в принципе, я концентрацию этого автолизата сейчас раствора проработал. Вот как раз тестовую партию принес. Вот они у меня там подписаны. Вот надо посмотреть только чего и как. Потом еще эксперименты интересные провожу вот с такими вот пакетиками. Ох, мы тут придумали, как их очень круто делать. Но об этом я сниму потом, наверное, видео, как для затравочки, так что называется. Если у нас сейчас с ними все получается, а тут тоже есть свои тонкости и хитрости, я их пока только вот стерилизую. Сейчас надо будет еще с разной массой делать и прочее, прочее. Ух, и технология должна получиться крутая. Но, как говорится, об этом уже потом. Может быть, кому-то будет интересно. Опять же, культура ко мне интересная, тоже приезжают иногда. Вот сейчас вот дождевик гигантский у меня приехал. Вот. Ну, в виде спор. Вот. Я эти споры уже, как говорится, и в хвост, и в гриву.
тоже пытаюсь почистить, выгонку сделать, но с ними не так все просто, поэтому там надо субстрат мешать, а-ля типа шампиньонный. А у меня, к сожалению, ничего для этого нет. Я пытаюсь пока что на лузге, обработанного автолизатом, а потом все это дело с зерном сделаю и посмотрю, может быть, так вот выгоню этот гриб. Тоже очень интересная штука, почитайте в интернете. Говорят, что он 13 из 24 видов раковых опухолей может побеждать. Поэтому очень интересно. Это спасибо, вот женщина помогла. Вот. Большое и огромное спасибо еще раз. Дело случая, вот что называется. Прислала нам, потому что тут нам есть кому, к сожалению, кому есть это все дело. Использует, аж людей у нас, детей здесь больных много и взрослых, ну, тут, то есть, в общем, это. Но мы хотим так сейчас, вот, если получится нас хотя бы их выгнать, то, если они согласятся, то мы бесплатно им все дадим. То есть, рейши дадим бесплатно, вот, там чуть-чуть наросло, я уж, как говорится, сам попробую, ну, там посмотрим, чего как. Скорее всего, будем сейчас пока что так отдавать просто. Ну, да, заплатит, заплатит, не заплатит, ну, что, такова жизнь. Мы пока технологию отрабатываем, нам что, не так уж трудно там вырастить десяток-другой там для пробы, что называется, может, кому поможет. Так что вот такие вот пироги. Я почему не снимал видео? Потому что сейчас я в предвкушении, что называется. У меня тут дом я купил, ну, вот прямо напротив вот нашей лаборатории. Здесь я сижу, прямо за окном у меня дом мой находится. И там будет у меня техпомещение, будет у меня студия для видеосъемок. Мы будем уже командой работать. То есть, мы уже не будем так вот, как вот сейчас. То есть, сейчас мне там освещение тоже я в интернете заказал, сейчас едет. В общем, много чего происходит, огромное количество дел. И вот так вот обо всем сразу и не расскажешь. Так что вот такие пироги, ребят. Так что давайте уж, как говорится, по теме. По теме все классно, вот по этой. Так что теперь мы сможем делать огромное количество пакетиков. У нас есть автоматический шприц, у нас есть насос. То есть мы можем теперь нажал на педальку. Ну, там таймер единственный надо будет сделать и дозировать вот в эти бинты стерилизованные. И все, и отправлять. Но главное, действительно, они стерилизованы. Я думал, вот зараза будет какая. Нет, никакой нет. Все, что надо, нам растет. Так что такие пироги. Ладно, всем удачи. Не забываем подписываться на канал. Мы еще живы. И мы продолжаем действовать. Всем пока.